Доброго времени суток, друзья! С вами, как всегда, Арталаски, и сегодня я покажу, как создаются декали для игр. И сегодня мы создадим несколько дыр от пуль, которые будем использовать в виде объемных декалей. Заходим во вкладку геометрии, отключаем параметр Smooth Modifier и нажимаем Ctrl-D несколько раз, пока у нас не станет здесь 1 миллион. А я рекомендую вам сразу разделить вот эту нашу планку, и вам нельзя, чтобы границы одной декали выходили на другую. Иначе это будет просто беспощадно обрезано в самом движке, и ничего хорошего из этого не выйдет. Обычной стандартной кистью и небольшим диаметром создаем вот такие вот неровности. Кстати, если хочешь больше развиваться в создании окружения для игр, то обрати внимание на буткемп от ArtCraft, где за 8 недель ты научишься текстурить элементы окружения, отработаешь пайплайны для разных типов объектов, грамотно оптимизируешь ассеты по поликаунту и разберешь принципы создания элементов конструктора для наполнения сцены в движке. По итогу сделаешь локацию в Unreal Engine с выставленным освещением, эффектами, рендершотами и пролетом камеры. Этот курс не для новичков, здесь не будут учить азам и кнопкам, зато научат пайплайнам ведущих мировых студий. В курсе нет привязки к софту, можно работать в Blender, Maya или 3D Max. Тебя научат методикам, которые ты сможешь применять в любом удобном для тебя софте. Преподаватель курса Александр Шиповалов, за 10 лет успевший побывать арт-директором в Outscape и арт-лидом в Pixel Lab. Создавал локации для Hitman 2, хайполи для Overkill The Walking Dead и танки для World of Tanks. Второй преподаватель Антон Леонов, успевший по модели для Call of Duty Black Ops 4, Control, War Thunder и другие. Лучших студентов могут посоветовать в партнерские студии или позвать к себе в команду. Все подробности по ссылочке в описании. Возьмем кисть Dumb Standard, и это у нас будут следы от ножа. По краешку уже можно добавить немного такого объема, как будто там что-то вздулось. И теперь кистью Trim Dynamic мы делаем эти края более плоскими. Отличненько. Теперь, когда у нас готов этот макет, нам достаточно просто экспортировать его хайпольку. Сделать это можно через экспорт и сохраняем в формате OBJ. А далее добавляем еще одну плашечку. В принципе, не важно, сколько здесь сейчас полигонов, она нам нужна чисто для того, чтобы просто запечь текстурку. Поэтому мы ее экспортируем как лоу-польку. Теперь переходим в Substance Painter. Создаем новый файл. Загружаем сюда нашу лоу-польку. Кстати, если вдруг UV-карты бы не было, можно было бы просто оставить здесь галочку Afton Wrap, и, собственно, сам бы ее развернул. Отлично, плашечка у нас тут есть. Нажимаем Bake Maps и загружаем сюда хайпольку. А пока что отключаю все, кроме нормала, чтобы посмотреть, как оно сейчас запечется. Я специально поставил маленькое разрешение запекания, чтобы было намного быстрее. Как видите, здесь у нас немножко не хватило глубины, а в самой зебре здесь намного глубже. А так как у нас отверстие уходит вглубь, то нам нужна дистанция вовнутрь. Плоская планка, но у нас объемные декали. А теперь ставим галочки на всем. Разрешение ставим 1024, больше в принципе смысла ставить нету, иначе у вас дыры от пуль будут детализированнее, чем сама стена. И запекаем. Так как я больше ориентировался на бетон, я сразу поставлю здесь материал бетона. Накидываем сюда немножко грязи. Кстати, давайте поставим все-таки разрешение на 2000. Отредактировать значение можно, нажав на вот эту вот масочку. И конкретно на сам генератор маски. А далее создаем слой заливки. Отключаем все каналы, кроме цвета. Этот цвет поставлю какой-нибудь такой темный. И переходим в Smart Маски, Occlusion Strong, чтобы у нас все темные части были как раз залиты каким-нибудь цветом. Создаем еще один слой. Также отключаем все, кроме цвета. И выбираем Edge Strong Scratched. Теперь у нас края стали более светлыми, но сейчас это слишком светлые. Давайте их немножечко подуменьшим.
И вот так вот с помощью слоев заливки и умных масок мы можем довольно быстренько покрасить наши декали. А ну сейчас, кстати, с этой маской будет лучше поставить обычный режим и уменьшить параметр height. Не сильно. Примерно вот так. Теперь эти трещины объемные. И теперь такой момент, здесь как раз трещины заходят на территорию других декалей. И это лучше бы сразу подредактировать, либо изменить параметр маски, чтобы они были поменьше. А либо сделать такую хитрость, создать еще одну папку, засунуть эту папку в папку, и на этой верхней папке сделать маску. И теперь просто стереть вот эти лишние трещины, которые заходят на чужую территорию. Ну и вообще таким образом можно стереть лишние детали и оставить только нужное. Все, теперь можно экспортировать весь этот лист. Нажимаем Ctrl-Shift-E. А изначально здесь пресет PBR Metallic Roughness, и в принципе его будет достаточно. Вот тут вот небольшой косяк есть, но его можно закрасить просто обычной кисточкой. А теперь нам нужно создать альфу. И чтобы ее было видно прямо здесь, заходим в параметр шейдинга и выбираем здесь шейдер, который поддерживает прозрачность. Теперь в каналах добавляем параметр opacity, создаем fill layer, и у нас здесь добавился канал opacity. Отключаем все, кроме него. Теперь здесь в библиотеке переходим во вкладку «Проект», нажимаем правой кнопкой мыши на карте Curvature и нажимаем «Export Resource». Выбираем папку, сохраняем, и осталось подредактировать это в Photoshop. Перетаскиваем в Photoshop нашу Curvature карту, которую мы экспортировали, а я на всякий случай сделаю дубликат. И теперь нам нужно воспользоваться волшебной палочкой. Допуск ставлю 1, сглаживание включено, смежные пиксели включены. Тык. И у нас как раз выделяются границы. Создаем маску, инвертируем с помощью Ctrl-E. Я нажимаю Ctrl-U и яркость выкручиваю на максимум, чтобы это просто были вот такие белые островки. Теперь открываем основную нашу карту текстуры, копируем туда альфу, выбираем волшебную палочку и нажимаем на черный цвет. Этот слой нам больше не понадобится, а на этом отключаем замочек и нажимаем Delete. Все, фон мы здесь удалили и просто сохраняем ее на саму себя. Теперь нам нужно наделать самих плашек, и вы можете сделать это в любом удобном для вас 3D-редакторе, хоть в том же Unity с использованием ProBuilder. Вот, я просто сделаю это в 3D Max, а любую из этих карт, в принципе, альфа вполне подойдет. На ней хорошо видны границы. И теперь создаем желательно квадратные плашечки, которая будет закрывать всю вот эту область. То есть нам нужен просто вот такой один полигон. А в движке он все равно будет триангулирован, поэтому можете сделать это сами, а можете не делать. Теперь нам нужен модификатор Unwrap UI. Найти его можно как раз вот в этом стеке. Снова возвращаемся к редактору материалов. Создадим здесь простой материал. Пусть это будет обычный PBR. Как бы сейчас это даже не суть важно. Можно перетащить также альфу. Теперь в самом Unwrap'е открываем редактор, и у меня здесь появилась вот эта карта. Если не появилась, нажимайте Reset Texture List, и он тогда должен появиться. Теперь мне надо просто уменьшить, удерживая Ctrl, желательно, чтобы не разъезжалась по масштабу, так, чтобы она закрывала всю область, но при этом не была слишком большой. И то же самое теперь нужно проделать со всеми остальными плашками. Можно ее просто даже продублировать, удерживая Shift, перетаскиваем, и просто сохраняем как копию. Здесь нам уже надо изменить геометрию, поэтому возвращаемся сюда, на Editable поле. Если нужна прозрачность, просто включите ее здесь, Seafrove. По сути, эта плашка нам больше вообще не понадобится. И на каждой из них теперь настраиваем наш Unwrap. Просто двигаем его сюда, а вот здесь нам уже лучше немножечко переразвернуть. Просто нажимаем Flatten Mapping, и он уже сделал нормальный размер без искажений. И теперь его спокойно уменьшаем,
и подгоняем. Наконец, выделяем все наши плашки, конвертируем их в editable поле. И если мы сейчас на всех выделенных откроем модификатор unwrap, то увидим, что каждая из этих плашек на своих местах, все нормально, и все они привязаны к одной текстуре. Теперь каждую из плашек поместим в середину сцены, грубо говоря, в начало координат, просто правой кнопкой мыши нажимаем по вот этим стрелочкам. Так, здесь обратите внимание, что пивот не посередине, в отличие от вот этих. И для начала давайте это исправим. Вот так. Это можно теперь вообще удалить. А плашки экспортируем как export selected. Ну что ж, настало время Unity. Наконец закидываем все это дело в Unity. И закидываем сюда не ту лоупольку, которую делали изначально, а ту, которую мы сохраняли уже с 3D Max. Получились немного большого размера, но это в принципе сейчас можно исправить. Распаковываем префаб, вытаскиваем все плейны. Давайте их сделаем немного поменьше. Создаем материал. Для декали обычно выбирают какой-нибудь простой шейдер, но объемную я пока что оставлю в обычном стандартном шейдере, в обычном стандартном материале. Давайте сразу их перетащим на все наши плашки. Металлик можно было в принципе не сохранять, просто черный цвет, то есть полное отсутствие металлика. Поэтому мы здесь, чтобы не нагружать ни систему, ни сцену, просто оставим здесь на нуле. И то же самое касается roughness'а. Можно просто сделать его почти максимально шероховатым. Добавляем обязательно Normal Map и смотрим, как все работает. Наконец, Rendering Mode с Opaque выбираем на либо Cutout, либо Transparent. В Unity уже все это дело обновилось. И мы можем спокойно это использовать в качестве декалей, дыр от пуль. Ну а на этом у меня все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока!